детский музыкальный инструмент «балалайка» в руках педагога Щелковской детской музыкальной школы Олега Кожухова как будто озвучивает выставленные в стенах историко-художественного музея полотна. Леса и поля, цветы и деревья, реки и озера, более двух десятков пейзажей со всей любовью воспевают красоту родной земли. Так, кстати, и называется выставка заслуженного работника культуры Российской Федерации Артема Адибекова. Земля у нас одна, наша Россия, поэтому я считаю, что это самая красивая земля, это самая прекрасная страна на свете, которая действительно выбрала в себе все возможное разнообразие, начиная от жгучих красок, ярких красок юга и заканчивая суровой графикой наших северных просторов. Я постарался, насколько возможно, в своей работе, в своем творчестве отразить вот всю вот эту палитру. Художник улыбается, общаясь со зрителем. Улыбка – отражение его характера, что, в свою очередь, переносится и на полотна. Даже поздняя осень или лесная глушь полны ярких красок. Атмосферные картины, будь то тихий подмосковный вечер, неспешное течение реки, величавые сосны посреди заснеженной опушки. Можно встретить и знакомые места – река Уча, которая протекает и в Щелкове, и в соседнем городе Пушкино, где сейчас живет Артем Валерьевич. Да и наш город ему не чужой. Будущий художник проходил срочную службу в части ПВО в Щелкове. Районе. Поэтому эти места мне тоже дороги, и вот это вот тихое течение речки Воря, которое тоже там объединяет и Абрамцево, и Щелково, и является, ну, тоже такой нашей там родной и близкой частью нашей страны. Любовь к творчеству, к живописи Артем Адибеков перенес, если так можно сказать, на свою основную работу. Почти 20 лет он возглавляет акционерное общество «Марка», то самое, которое выпускает государственные знаки почтовой оплаты. Простую почтовую марку он сделал произведением искусства. Собрал молодых талантливых авторов, мастеров почтовой миниатюры и привлек к работе над марками. Мы смотрим лучшие из лучших произведений, размещаем на наших марках. Так появился выставочный проект «Искусство марки», который объединяет экспозицию живописных произведений и марок с их изображением. В августе к Дню городского округа Щелково эту уникальную выставку, интересную и любителям живописи, и филателистам, планируют привести в наш музей. В рамках своей персональной выставки Артем Адибеков провел авторскую экскурсию. В дальнейшем их будут проводить сотрудники музея. Записывайтесь. Выставка будет работать до 3 августа. Ирина Микеда, Владислав Реус, Щелковское телевидение.